Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Ушел из жизни художник-сценограф Московского театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина Борис Валуев. Ему было 73 года. Страшная утрата потрясла наш театр, а в нем меня, я думаю, прежде всего. Умер Борис Леонидович Валуев, замечательный художник-сценограф, создавший более 20 спектаклей «Сатирикона» и определявший своим художественным стилем, своим кропотливейшим и добросовестным способом работы, своим высочайшим вкусом и профессионализмом уровень культуры и лицо нашего театра. Приводит слова художественного руководителя театра Константина Райкина пресс-служба. Борис Леонидович родился 23 февраля 1947 года. В 1969 году окончил Московское высшее художественно-промышленное училище, отделение проектирования интерьеров. С 1992 года работал как театральный художник. Валуев оформил для «Сатирикона» более 20 спектаклей. Помимо «Сатирикона» работал в театре имени Вахтангова, Московском театре опереты и ряде других театров как художник-оформитель спектаклей. Также он участвовал в проектировании и строительстве уникальных общественных зданий, таких как детский двухзальный кинотеатр на улице Арбат, архитектурно-парковый комплекс «Климатрон» в главном ботаническом саду АНССР, дача Совета министров СССР «Сосновый бор» под Кисловодском в реконструкции правительственного дома приемов на Воробьевском шоссе. Преподавал в Высшей школе сценических искусств и театральная школа Константина Райкина. По словам Райкина, «Сатирикон» лишился одного из главных своих созидателей, творцов, удивительного, скромного, образованнейшего, умного и редкостно порядочного человека. Бориса Леонидовича Валуева ценили и любили за его преданность работе. Он был уникальным мастером своего дела. Всегда вдумчиво и подробно изучал материалы пьес и придирчиво следил за тем, как выполняются его эскизы, чертежи и задания. Всем работники «Сатирикона», его постановочные службы, артисты и я лично лишились одного из главных своих созидателей, творцов, удивительного, скромного, образованнейшего, умного и редкостно порядочного человека. Он был моим нужнейшим соратником и другом в работе. Как образно и точно он говорил, как вдумчиво и подробно изучал материал пьес, с которыми работал, как придирчиво следил за выполнением своих заданий, эскизов, чертежей, как твердо и аргументированно отстаивал свои позиции. Он сочетал в себе два качества, очень редко в нашей стране встречающихся вместе. Это талант и добросовестность. А только их сочетание дает право называться профессионалом, отметил Константин Райкин. Худрук театра и вся труппа театра «Сатирикон» выразил свои соболезнования жене Бориса Валуева Наталье и его родным и близким. Прощай, родной, любимый и незаменимый Борис Леонидович.